Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. Сегодня будет необычное видео, и посвящено оно будет, так сказать, новой вехе в развитии моего канала. Как говорится, нельзя постоянно делать одно и то же, нужно развиваться. И я решил сделать себе небольшую домашнюю мастерскую, для того, чтобы показывать вам, как ремонтировать инструмент Makita. Как бы и самому учиться, и вас посвящать в это. Задача вообще моего канала состоит в том, чтобы каждый человек, каждый пользователь инструмента смог самостоятельно что-то там сделать. Либо полный ремонт, либо хотя бы небольшой ремонтик. Сумел подобрать запчасти сам, без помощи там сервисных центров. И делать просто это на работе, ну, у меня не хватает на это времени. И там отвлекают клиенты, отвлекает телефон, плюс завал с инструментом, не успеваешь ремонтировать. А дома ты в спокойной обстановке, аккуратно, подготовленный, там, с нормальным, как говорится, настроением, не торопясь, можешь делиться, как бы, своими знаниями с людьми. И, как бы, развитие канала не такое прям стремительное, потому что человек я не богатый, и покупать оборудование это на сегодняшний день вообще очень дорого. Но мой канал, как говорится, двигается, как я сказал, не стремительными темпами, а как небольшая черепаха, как вот у Makita, указанная вот здесь, вот видите, вот в таком режиме, вот в этом черепашка. И для начала, короче, я купил себе небольшой верстачок. Верстачок пока без экрана заднего, до него это все будет докупаться, и сейчас мы его распакуем. Вы, наверное, скажете: типа, блин, ты совсем дурачок, какой верстак? Можно было купить там съемники, еще что-то. Ну, ребят, это все, конечно, можно делать и на столе, но приятно, когда ты делаешь это на удобном, на чистом, на новом месте. Я такой человек, что не привык покупать дешевые вещи, хотя у меня и на этот верстак даже денег не было, я взял его в кредит. Это сегодня не реклама, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это была реклама, и мне его просто прислали. Но все приходится покупать за свои деньги. Да, я сейчас сказал, что буду ремонтировать Makita. И вообще мой канал, как вы заметили, больше на Makita. Я снова насижу в футболке Bosch. Ну нет, у меня на сегодня нормальной футболки Makita. Поэтому, ребята, задумайтесь. Рекламные места свободны, как говорится. Приступим к распаковке. Верстак называется Профи ВФ1 РАУ 7035, ну это цвет. Компания ООО НПО ПРОМИТ. Делают это Тульская область. Значит, здесь мы имеем ножки. Это, короче, одна сторона стола, так сказать. Еще одна коробочка. Полочки, винтики, и еще какая-то полочка. Отложим. Самая тяжелая, наверное, часть — столешница. Кстати, вот здесь фотография, как он нарисован. Наклеечка, практика. лестница вот такая. Я смотрел инструкцию. Ее нужно вот так снять. Сначала металлический, так сказать, чехол. Здесь, кстати, вот отверстия, это они сделаны для того, чтобы крепить экран. Здесь должны два уголочка. Сложим это на пол. И последний, самый большой ящик, это сама тумбочка. Тумбочку я выбрал с ящиками. Есть тумбы просто дверцы и там полочки. Жить она у нас ящиками вниз. И вот такая тумба у нас. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять ящиков. Два побольше. И три маленьких. В самом верхнем лежит инструкция. Промет 30 лет. Кстати, курьер, который привозил, сказал, раньше они были подешевле намного. И их никто не покупал. А сейчас, говорит, они подорожали, их гребут все. Тут, кстати, есть ключик. Где я взял нож? По-моему, он закрывает абсолютно все ящики. Прикольно. Это очень удобно, если у вас есть дети, там, чтобы они не брали инструмент такой опасный, какие-нибудь вещи сюда ложить. От жены заначку прятать. И не только. Ну что, приступим, наверное, к сборке. Для начала прикручиваем заднюю стенки к тумбе. Стенку можно прикрутить как с одной стороны, так и с другой. То есть тумбу можно расположить абсолютно с любой стороны, как вам удобно. Я расположил слева, потому что справа у меня будет стоять стеллаж, чтобы был к нему доступ через ножку. В комплекте идут винты. И на два винта их собираем. Все. С одной стороны заднюю стенку прикрутили. То же самое делаем и с другой стороны, но с этой стороны уже мы прикручиваем нашу ножку. Есть комплекты с такой же тумбой, то есть можно прикрутить сюда и еще одну тумбу. Тогда у вас будет в комплекте другая столешница подлиннее. Наборы там собирать можно конструктор как вам угодно и как вам нравится. Вот таким образом прикрутили заднюю стенку и теперь сюда вниз прикручиваем нижнюю полку. Таким образом на 4 винта. Вера, наверное, лучший набор для сбора мебели. Теперь нам необходимо снять вот эту верхнюю часть столешницы металлическую. В отзывах читал, что там один клиент писал, купил и потратил там часа 3, чтобы ее снять. Видимо, такая доставка была, его помятая пришла. Снимается она очень легко. Сняли. Аккуратно, не порежьте руки. Внутри у нас насверленное отверстие, и в комплекте там есть специальные гайки. Не знаю, как они правильно называются у мебельщиков. Я не мебельщик. Их, наверное, нужно сейчас сюда вернуть. В комплекте есть шестигранный ключ. С помощью него можно закрутить вот эти винты, но куда удобнее это делать. Закрутил 6 гаек слева и по одной справа. Видите, остались еще по 2 отверстия. Это сделано для того, если у вас будет, например, 2 тумбочки слева и справа. Правда, на такой узкий 2 тумбочки это как-то будет смотреться невзрачно. И теперь через вот эти отверстия закручиваем на вот такие болты с шайбами. Для того, чтобы закрутить сюда, нам нужно будет вытащить ящик. Я покажу сейчас, как это сделать. Сгромождаем столешницу. Выравниваем ее по отверстиям. Чтобы снять ящик, здесь есть у нас вот такие красненькие ручки. Мы на них нажимаем с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны в одну сторону, с другой в другую. Пошел. И наш ящик спокойно вытаскивается. Теперь мы можем спокойно прикрутить нашу столешницу, чем мы сейчас и займемся. Берем головку на 13 и затягиваем. И так каждый болт. Давайте посмотрим, как устроен замок. Значит, ключ поднимает вот здесь планку всю. В таком состоянии открыто. В таком мы не можем открыть. И задвигаем нашу столешницу. Ее можно зафиксировать. Здесь есть отверстие специальное. И в комплекте саморезы. Ну и закручиваем. Вот такой получился верстак. Мне пока очень сильно нравится. Теперь есть на чем делать нормальные обзоры, разборку. И в следующих, прям в ближайшем ролике будет разобрана вот эта макитовская пила ТУК-356 на 2 аккумулятора. И размеры, давайте посмотрим размеры верстака новенькой макитовской рулеткой. Еще даже не распаковывалась ни разу. Столешница 1,20 м. На 70. И высота 87. Как раз для работы стоя. Удобно очень работать стоя. Верстаку к этому я буду, скорее всего, докупать. Это стенку заднюю, на которую можно вешать инструменты. Возможно, еще какие-то там есть штучки. Боковые там есть еще. Посмотрим. Может быть, увидят меня производитель этот ролик. Может быть, пришлет. Будем надеяться на это, потому что данный верстак будет присутствовать почти в каждом ролике. Это будет как бы хорошая реклама. В дальнейшем, что мне еще нужно? А нужно мне еще съемники подшипников, пресс реечный на 3 тонны, съемники стопорных колец у меня есть. У меня и Knipex, ну на Knipex я, наверное, на работе оставлю, может быть, домой принесу. Я купил еще съемники. Вот эти съемники. Одни чехольчики идут. Очень по дизайну похожи на книпексовские, которые такие подороже. Здесь, значит, они потоньше идут для колец, и которые потолще. Эти подешевле, по-моему. За этот инструмент спасибо Евгению Белгородскому. И взял себе струбцинки. Струбцины эти можно переставлять. и на как сжатие, так и разжатие. Ну, струбцины так взял для дома, где-то пригодятся. На этом, в принципе, все. Ждите новых роликов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Яндекс Дзен обязательно. Прошу вот всех моих, кто подписчиков на YouTube, их около 4000, 4700 уже. Подпишитесь, пожалуйста, на Яндекс Дзен, даже если вы там не читаете, потому что там я пишу очень интересные статьи, которых нет на YouTube. Да, я некоторые дублирую в видео, но не все. Все, пока.